В Кашхабском районе продолжаются мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции. Так, в круглосуточном режиме на въезде со стороны города Лабинска организована работа контрольного поста сотрудниками органов внутренних дел, проверяющих передвижение транспортных средств. Решением оперативного штаба под председательством главы Кашхабского района Заура Хамирзова в хуторе Казино-Кужорском был развернут дополнительный пост для контроля всех въезжающих со стороны Лабинского района транспортных средств. У водителей и пассажиров будет проводиться дистанционное измерение температуры тела. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения района сотрудники госавтоинспекции совместно с работниками администрации района и сельских поселений, членов ДНД, контролируют порядок въезда в район путем проверки документов, удостоверяющих личность, разрешения на передвижение, а также проводится дистанционная проверка температуры тела. Администрация района просит жителей и гостей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, ведь это все делается для сохранения здоровья и жизни людей.